Добрый день! На канале «Томаты больше, чем любовь» Светлана Чернова. Начало весны, а на улице еще зима, идет снег. Но столько навалило, чистить не успеваем. Вот тут посмотришь, такие сугробы, а мы хотим растить огурцы. Даже самое смешно. Вот у меня 3 опытных огурца. Один еще не перевален, он попозже чуть как бы посажен, потому что я посадила 4 балконных огурца. Ну и один свалила, то есть упал у меня там кое-чего и сломалось. Так было жалко. И вот 3 огурца эти у меня городские, балконные растут. Один еще городской, он 2 настоящих листочка есть, еще не перевален. Ну и рассказали тут 5-литровую посуду. Я померила, у меня дырявая кастрюля одна была 5 литров. Ну, думаю, попробовать, жена для эксперимента подойдет. Там дырка есть, дышать будет. Что интересно, вот у этих огурцов я таких мелких-то листьев никогда и не видела. Ну, там, конечно, было написано и нарисованы мелкие листья. Когда для балкона, для теплицы сажаешь, у них ведь листья сразу вот такие вот вымахивают. Чуть уже подрастают, они вот такие листья выбрасывают. А тут смотришь, ну, такие, ну, даже слово я не... мелипизерные листочки. Ну, а уже вот усики идут. Теперь вот, теперь головная боль, куда же подвязать, пока ты до балкона, до веранды еще далеко. И, ну, к чему? Вот это у меня сеточка не убрана, сеточка даже тут видно, вот она тут сеточка. А тут это другая без сетки. Вот эксперимент для того... Оставлю, наверное, вот это только потом. Ну, как будет расти. Изначально, вот, которая сеточка, он был намного лучше, выше, чем вот это без сетки. Вот эти вот 2 огурчика, они сеткой. Тут он один растет, тоже сеткой. Я написала на своей памяти, я не надеюсь. Главное, написано, не сотрешь. И вот уже усики пошли. В теплице вот усики надо убирать, говорят, здесь надо убирать, не надо. Как бы чего, какое чего придумать, сооружение, чтобы... Там, конечно, дуга. Он, муж пошел искать что-нибудь. Надо же прихоти исполнять. Ну, привяжем. Ну, от души мне хочется, пока жду я цветения этих огурцов. Ну, получить. Пару огурцов получим. Это уже будет моя победа. Как в свое время мы начали только кур держать, так мне хотелось своих цыплят вывести. На батарее мы сложила. Тогда еще жили в квартире. Дети бегали на перемене, переворачивали яйца. Ну, я 5 цыплят вывела. То есть на батарее цыплят вывела. В горшке, наверное, огурцы вырастим. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я очень буду рада. Пока-пока!